Здравствуйте, дорогие друзья! С вами рядом Наталья Правдина. И сегодня мы продолжаем цикл позитивных настроев, медитации, основанных на творчестве Джозефа Мерфи. Его великолепные, удивительные, чудотворные молитвы уже изменили жизни сотен тысяч людей на нашей планете. Я уверена, что неожиданные, радостные и всегда положительные изменения произойдут и в вашей жизни. Самое главное – слушать эти настрои как можно чаще и лучше в одиночестве, чтобы вам никто не мешал. Итак, мы делаем вдох, выдох и настраиваемся на прекрасные слова. Дары Бога – мои дары. Я пользуюсь каждым моментом этого дня, чтобы славить Господа. Со мной божественная гармония, мир и изобилие. Божественная любовь исходит от меня, благословляя всех, кто попадает в мое окружение. Божественная любовь исцеляет меня сейчас. Не убоюсь зла, потому что Бог со мной. Я всегда окружена священным ореолом божественной любви и силы. Я утверждаю, чувствую, знаю и верю решительно и позитивно в то, что чары божественной любви и бдительности направляют, исцеляют и заботятся обо мне, обо всех членах моей семьи и о тех, кого я люблю. Я прощаю каждого и искренне излучаю божественную любовь, мир и доброжелательность на всех людей, где бы они ни были. В центре моего существа царит мир. Это мир Бога. В этой тишине я чувствую Его силу, руководство и любовь Его святого присутствия. Я божественным образом направляема на всех путях моих. Я есть чистое русло для божественной любви, истины и красоты. Я ощущаю, как через меня протекает Его река мира. Я знаю, что все мои проблемы растворяются в разуме Бога. Пути Бога – мои пути. Слова, которые я говорю, попадают туда, куда я их посылаю. Я радуюсь и возношу благодарность, понимая, что получу ответ на свою молитву. И это так. Снова сделаем вдох, выдох. Прекрасного вам дня и чудесных изменений в вашей жизни!